Фонды, ну, о чем вы спросили, я думаю, что, к сожалению, этого не избежать, потому что это давние схемы, которые, ну, вот опять же, я просто много чего не знаю, но я считаю, что, естественно, это нужно, потому что люди, которые искренне хотят помочь и имеют на это возможность, и я знаю, что есть это большие плюсы, что покупается аппаратура в больнице, покупается... Сдается кровь, просто элементарно психологически помочь матерям, которые там бегают и носят кровь за пазухой, чтобы она не остыла там или еще что-то. Ну, такие, по большому счету, страшные вещи, которые для людей становятся абсолютно как бы их жизнью, обыденностью, и они даже не замечают это, что они так живут. И если люди помогают от всей души, то дай бог, чтобы их было больше, чтобы это было вот именно вот так вот, по-честному.